Поздравляю тебя с победой. Интересный прием. Спасибо огромное. Ты в клетке сказал, что ты его и готовил? Тебе сказал, да. Готовил. Ты что, пройдет? Да, я знал, что мне пройдет. Потому что он левой стойки работал, потому что он левый прямой и сразу по ходу я знал, что он сделает. Довольно сложный прием, потому что ты его к сетке, грубо говоря, не прижимал. И довольно опрометчиво надеяться на такой прием. Получилось. Уверенность дала плоды. Да. Интересно, ожидал ли ты, что ты так быстро закончишь? Честно говоря, ожидал тоже, как сказать, я знал, как у меня многие пройдет, что я это прием ему сделаю. Это 100%. То есть в какой-то степени ты даже ноги открывал ему для этого? Если ты ожидал проход, получается, что ты специально... Я не закинул ноги, потому что если я закинул голову, он вытащил голову. Из-за этого я там же решил сделать. Если бы я ноги закинул бы, он бы голову спокойно вытащил. Думающий боец, интересно. Какие планы дальше? Какие планы дальше? Я буду драться с любым, кого мне дадут, с теми буду драться. Разница в этом нет. Ну вот сейчас ты особо не успел первый раунд, закончилось довольно быстро. Да. Не успел ни прочувствовать, ни насладиться, наверное, в какой-то степени. Да. И опыта особо ты не набрался, можно сказать. Да, честно, да. Ну, кого дадут, с теми буду драться. Кого предложат, с теми буду драться. В этом году? И в этом году. Хоть в этом году два боя хоть забирали с этим. Мы желаем тебе удачи, ждем. Спасибо огромное. Давай.